Прививочная кампания против гриппа сейчас в самом разгаре. Брещане на бесплатной или платной основе получают свой укол, а вместе с ним и дозу иммунитета. Ведь давно доказано, что именно вакцинация – наиболее эффективный способ предотвратить болезнь. Однако некоторые до сих пор со скепсисом относятся к прививкам, полагая, что самый лучший способ защиты от сезонных недугов – профилактика народными средствами. Мед каждый день, клюква – это обязательно. Народные средства – это очень витамины. Надо витамины принимать. Витамины, и здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни, спортзал. Да. Народные средства, лимончик с чайком. Имбирь. Имбиренка. Да, здоровый образ жизни, а также мед и имбирь хуже точно никому не сделают. Но вот помогут ли эти средства, когда кашель стал серьезнее, чихание чаще, а недомогание сильнее? Вопрос скорее риторический. А потому не стоит пренебрегать лекарственными средствами, которые помогут справиться с вирусными атаками. Я могу сказать смело, что аптеки Брестского рубфармация полностью готовы к предстоящему осенне-зимнему эпидсезону. В аптеках есть широкий ассортимент лекарственных препаратов для профилактики лечения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и острых респираторных заболеваний. Вот. Они представлены такими фармакологическими группами, как противовирусные препараты, иммуномодулирующие, противокашлевые, отхаркивающие. Также это витамины и витаминно-минеральные комплексы. И если противовирусные препараты врачи выписывают тем, кто уже заболел, то витаминно-минеральные комплексы можно приобрести самостоятельно, так сказать, для профилактики. Фармацевт в аптеке сможет подсказать и сориентировать, какой комплекс подойдет для вас лучше всего. Мы рекомендуем в осенне-зимний период витаминно-минеральные комплексы. Сейчас широкое применение имеет витамин D и как профилактика, и как лечение. У нас есть все дозировки витамина D в капсулах, выпускаемым белорусским заводом-изготовителем Минск Интеркапс, а также жидкие формы белорусских производителей и импортные. Специалисты советуют заранее позаботиться о пополнении домашней аптечки необходимыми лекарственными препаратами, тем более, что аптеки города готовы на 100%, чтобы дать решительный отпор ОРВИ и гриппу.